Кого стрелять? Акул. Олику. Пираньи. Thank you.
Ja, pak, 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 pak.
back to my bullets. I'm going to roll my bullets and bullets and bullets. No doubt what to see. You can do a little bullet for you. Great.
вот эту помаленечку. Сейчас. А чё так туго?
Лен, готова? Я куда вылачу? Значит, ну, надо распускать, а это убирать одновременно. Как кого? Кого? Вот правую надо распускать, а это убирать. Вот туда сворачивается. Дай, возьми тот, веревочку. Паш, выбирайте его. А может, Миша, мне тянуть или пока подождать? Потрави чуть-чуть. Потрави, потрави, потрави. Готово убирать, Паша? Нет. Почти. Почти. Давай. Когда он хочет. Да ты стояла, долбилась напротив экрана. Вау!
Что-то я пропустил. Напротив принт-баннера. Всем загораживал обзор. Обгородила все логотипы Volvo за Volvo? Да. Блин, это им я мешала смотреть. Одному столу. Значит так. Трём. Для съёмок. Нам нужно, чтобы как можно больше рейтинга было. Поэтому, делай что хочешь, но... Thank you.
Какой у вас красивый генератор, господа? Зачем мне подать? Дудки нет, зато свистеть умеют. Да, да, да. Кто еще громко свистеть? Ну ладно, у меня суд, да? Я могу уважать. Вот, если бы там был сидеть за шаром, не хочешь хорошую суд. Они слушают, я говорю, слушай, как я не так пойду с вами? Я не знаю, что мне не занимается. Да, это сюда пойти, да? А это типа нет, ну типа, ну, это даже манера. Нет. Там будет смотрю, занимает период. Да, встать. Ну желательно после. Нет, подожди, после его надо сразу же открыть. Еще трави, Лен. Открыть? Да. Открыть? Да. Давай, Паша, открывай. Там не надо. Свет, отпусти с лебедки провод. Веревку отпусти с лебедки просто. Отлично. Еще, еще, еще. Нормально, нормально. Подбирайте полосатую белую. Белую полосатую подбирай. Хорош, задавай.
Готов, Паш? Открывай. Подождите тогда. Подожди, Марин, держи!
Держишь? Да все, все, бросай его просто, потом разберем. Так, там у нас веревочка еще есть. А куда мы ее дели? Писай, потом два конца, да, середине гвоздик. Возьми за столбик какой-то. Сначала лучше связал, а потом мы выход. Сейчас потом запихаем его. Оля! Я иду к тебе. Не надо ко мне идти. Я встань, пожалуйста, от меня. Почему? Оля наклонился, чтобы бошку не срубило. Ага, в мою сторону? Ну а куда мы еще наклоняться? Вперед не надо. Он пойдет. Что, надо, бутоперчивый мальчик? Сгибаться пополам. Оленька, все уже. Хорошо. Там борода. Хроники.
столик. Лена. Знаешь, если я тебя перешибу ею совершенно случайно, ты не обижайся уж, пожалуйста. Я в домике, Домик тебе не поможет. Лена, расскажи, что ты рассказываешь. Мы будем все стараться, чтобы этого не произошло, но реально тут ты не могу. Человек меня замучил. А сегодня пик. Он не дает мне покоя. Он называл, как ты тебя еще называл? Змеёй подголодный, вот как он тебя называл. 418. Как будто не уходили отсюда. Что-то какая-то предусмотрительная. Я что-то сдаюсь по липке. Я вижу. Или ты нарываешься, или ты каждый работаешь. День стоянки тоже обходит? Да. И заправляются они сразу там. Давай! Кранцы! Смотри, смотри! Ну ладно! Ага, шоу не будет. Да? How are you? Everything okay? Hello. А что такое? Паша. Лен, хватит ворчать. Пасе композе. По-французски. Здесь все уже можно обойти. Ну, Дима-то был с Андрюхой свидетелями, а что-то самое удивительное, я не встала. Делайте так. Ну, еще раз как делать. Ну как, я больше не могу. Ну подожди. Ну давай, чуть-чуть прям совсем. Ну вот так вот. Давай. Что такое? Еще раз.
Это новое слово. Не попали. Давайте со машину, спины надо, конечно. Изучите, да, везде балластик на машине. Куда? По какой машине? Вот, Вольво наш. Ой, давайте я. О, а это порулить надо? Порулить. Ну, так у нас разные водительские системы. А там, не, ну, что, я не водитель, что ли? Автомат это не... На пассажир там очень свободно. Очень свободно. Белый салон практически, девочки. Девочки, можно я за водительским посижу? А ты думаешь, тут есть что покрутить? Мы тут хотим тест-драйв. Реклама Volvo. Поехали. Упрас. Ой, не знаю, насколько же это красиво. Так, что где-то у меня есть курточка. Значит, вот так, вот так. Да. Выиграли. Выиграли точно. Вон, видишь, с рюмочкой. Вот как хорошо подвернуто это все. Правда, кто бы сомневался, сзади не стоит. Прошу. Тренировка. Ой. Да знаю. Все как надо. Все как. Дави на газ, входи в экстаз. Дави на газ, входи в экстаз. Volvo Russian Week здесь и сейчас. Ее уже разыграли. Ее же турецкие номера. В этом году у нас хорошие номера. Винограда, капусты. Ничего, да, зато бараны сдали, шерсть, мясо, лосось. Прошлый район у нас. Давай еще разик, муж, скажи, что. Что сказать, то же самое? Сейчас, сейчас, секундочку, ага. Ну, я думаю, так. Давай, я просто... Я первый машин себе возьму, я председатель. Я ваш... Дави на газ! Входи в экстаз! Volvo Russian Week здесь, ну, и сейчас! Фу. Молодец! Ура! Так вот, на каком конце... Представьте, колхоза там, района... Я думаю, что не обману ваших надежд. Это Volvo! За хлеб мне в ложке тяжело уже ходить ногами. Пусть старушка на старости лет поездит на красивом автомобиле в булочную. Да. Блин, панорамная крыша, прикольно. Кто-нибудь хочет что-нибудь?